Ты что такой злой? Что случилось? Да потому что соседу одолжил 5000 рублей на неделю. Месяц уже не отдает, блин. А ты расписку с него взял? Не взял я с него расписку. Лошара. Знаешь что? Так, слушай меня внимательно. Слушаю. Сейчас ты отправляешь ему на WhatsApp голосовое сообщение. Угу. О том, что он должен тебе 10 тысяч рублей. Какие деньги? 5. Вот-вот. Он пришлет мне сообщение, что он должен мне всего лишь 5 тысяч рублей, а не 10. Вот это и будет подтверждением того, что он должен тебе 5 тысяч рублей. Точно! Угу. Нифига себе, ты молодец. Да, и в итоге ты получишь свои 2 500. А что 2 500? Ну, 2 500 мне за подсказку. Нормально.